Рами. Перевод мяча на правый фланг. И успеет Турам. Не успел. Из-за боковой гости ведут мяч в игру. Да, Делио Росси сказали, чтобы он вернулся туда, на положенное место. Вот, ну там же и Фабио Капелло. Вот мяч покинул поле и уронили даже козырек, смотрите, врезался туда Турам и свалил это дело все.